Всем привет! Сегодня у нас обзор латвийской тушенки. Тушеночка 250 грамм. Называется она тушеное мясо говядины деревенское. Вот. Что примечательно, баночка стоит 1,5 евро, то есть, наверное, порядка 100 рублей, даже, наверное, побольше. Ну, грубо говоря, 110 рублей будем считать. Сделано в Латвии. Здесь... Вот, производитель ООО «Резенкинский мясокомбинат Латвия, город Резенки». Смотрите, на наших тушенках написано состав, в основном, ну, как сказать, по ГОСТу, по ТУ, то есть говядина, соль, перец, там, лавровый лист. Здесь довольно-таки забавный состав. Говядина 33%, вода, свиные шкуры, говяжьи сердца, говяжьи легкие, манна. То есть, ну, честно написали, что манка даже есть. Вот, усилители вкуса и так далее. Даже вон горчица есть, смотрите. Ну, это они, кстати, везде пьют, что у них какой-то такой тренд в европейских продуктах, что в продукте может содержаться аллергены. Вот пишут, то есть горчица, сельдерей, молоко. Видимо, у кого-то на это аллергия. Вот, ну, сейчас мы ее откроем и посмотрим. Просто, несмотря на состав, все консервы, вообще еда гораздо качественнее и вкуснее, чем у нас. Дергаем за колечко. О, ничего себе, какая-то хрень полезла уже, смотрите. Ах, я уже боюсь. Это какая-то томатная то ли паста, то ли... Так, откроем вот так. Видим, здесь жир. Здесь, честно говоря, какая-то страшная субстанция. Блин, наверное, состав действительно был честным. Видим мелко порубленные хрящи. Ладно, давайте попробуем. Блин. Ну, это, конечно, не тушенка. Это, ну, гадость, конечно. Удивительно, обычно очень хорошие продукты. Если бы мы тут брали кильку самую дешевую, там за 0,7 евро, очень вкусно, все оценили. Не сказать, что это несъедобно, но это вот не тушенка, а такой, не знаю. Ну, короче, все вот это, что написано, перемолото еще и в томатном таком соусе. В общем, куда-то ее использовать, я не знаю. Есть чистоганом ее невкусно. Макароны в картошку она тоже не пойдет. Короче, отставить. Не нравится. Ну, коты, наверное, съедят.